Фильм обо мне слишком большая честь. Хотя, почему бы и нет, не боги горшки лепят, и не все мы сразу родились золотой и серебряной ложкой во рту. Может быть, такой фильм кто-нибудь и будет. Я еще пока временно сниму корону, конечно, не буду одевать, но это было бы любопытно. Но, скорее всего, это было бы мелодраматическая комедия. А кто бы с актеров, например, если бы смог молодой Александр Михайлов, который играл когда-то «Любовь и голуби», вы помните, да, он как раз, наверное, в чем-то по внутреннему состоянию подходит, тем более я с ним лично знаком. Мне нравится в нем какая-то такая глубина есть. И я не знаю, насколько я достоин этой глубины, но я бы был бы рад, если бы такой актер бы сыграл меня. Музыкант, певец, театрал, киноман, чиновник, менеджер высшего звена. Это все о моем сегодняшнем собеседнике. У меня сегодня в гостях генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский. Владимир, доброе утро. Здравствуйте. Готовясь к программе, я внимательно изучил твою биографию. И она настолько разносторонняя, что в некоторые факты даже очень сложно поверить. Это правда, что ты играешь на двух музыкальных инструментах? Дело в том, что по первой специальности я профессиональный баянист. А баянист – это вообще универсальный музыкант, поэтому мне легко уже научиться играть на аккордеоне, на фортепиано, на гитаре. Я знаю, что карьеру чиновника ты начал после того, как у тебя пропал голос. Было такое. Помнишь, когда ты последний раз пел перед публикой? Наверное, когда работал директором театра «Белорусская дума другие». Какой был последний концерт, который ты посетил? Концерт, посвященный Дню независимости в Дворце Республики. А последний фильм, который ты посмотрел? «Мимино». А спектакль? «Дядя Ваня» в театре киноактера. Я не случайно все это спрашиваю, потому что ты был музыкантом, певцом, заместителем министра культуры, директором театра белорусской драматургии. Сейчас руководишь «Беларусьфильмом». Возникает вопрос, какое из искусств тебе ближе к сердцу? Наверное, кино. Почему? Я отвечу не из-за того, что я сейчас работаю. Я жалею, что я не открыл для себя раньше этот вид искусства, потому что он объединяет в себе все. Кино – это и театр, здесь и хореография, и живопись, и монументальное искусство, и музыка. То есть все жанры. Ну и плюс это производство, бизнес, международные связи. Мне жутко интересно, и это внутренний рост, человеческий рост. В детстве кто первым заметил твои музыкальные способности? Мама. Она, во-первых, сама поющая, и я учился у нее, и я до сих пор помню, что одна из самых первых песен, мне было 4 года, я пел у кровати дедушки, который уже болел серьезно, и пел «Ласточка моя, ты мой друг крылатый». А как вы понимаете, 70-е, 80-е годы музыканты были в фаворе, преподаватели по классу баян. Это обязательно очень авторитетный человек в любом городе, в любом поселке. Я жил в небольшом городе Крищеве. И родители захотели, чтобы я обучался музыке. В детстве ты уже понимал, что ты будешь петь на сцене, что это будет твоей будущей профессией? Ну, не отрицал. Почему? Потому что, учась уже там в третьем классе музыкальной школы, я выступал на концертах, сам себя аккомпанировал на баяне. Одна из первых песен была эта песня «Солдат молоденький». Я совсем планировал карьеру певца, но понимал, что моя жизнь, возможно, будет связана с музыкой. Потому что мне музыка нравилась. Я начал подбирать на инструменте уже во втором, третьем классе. И мне нравилось это. В большинстве своем все начинающие музыканты, да и не только начинающие, свои первые деньги зарабатывают, играя на свадьбах. А как было у тебя? Будучи студентом еще музыкального училища имени Римского-Корсакова,
Нам приходилось играть на семейных вечерах. К примеру, приходит женщина к училище, говорит, а есть баянисты? И у актера спрашивают, мальчики-баянисты, которые могут по слуху играть. У меня там юбилей. Ты весь вечер играешь на баяне, компонируешь, тут же танцуют вальсы, польки и все остальное. Поэтому это где-то был первая такая вечеринка, наверное, где-то год 87-й был. А свадьба? Ну, свадьба, я, во-первых, не считаю, что это зазорно. Самое главное, не опуститься до уровня лабуха. А в данном случае я считаю, что свадьба, музыкант несет ответственность за свадьбу, за настроение свадьбы, за качество этой свадьбы. Поэтому зазорно ничего не вижу, это работа артиста. Ну, раз уж мы заговорили о заработках, твоя карьера пришлась на 90-е годы. Очень сложное время, как мы помним. Вот где приходилось играть? Что петь для того, чтобы прокормить семью? В 91-м году я пришел с армии. Как раз начал разваливаться Советский Союз. Пошел работать учителем музыки в общеобразовательную школу. У меня было только уроков пения 35 часов. Кроме того, я еще был аккомпаниатором на уроке ритмики. И плюс у меня была полставки аккомпаниатора в Доме пионеров в Советском районе. То есть мой рабочий день начинался в 8 утра и заканчивался в 11 вечера. Потому что надо было жить, выживать. В 92-м родилась моя дочь. Ну, и если была какая-то возможность подработать где-то, просто меня судьба подбрасывала какие-то варианты, я двигался по ступенькам, либо тебя замечали, говорит, то смотри, парень активный, неравнодушный, ему все интересно, проявляет инициативу, давайте пригласим. Ну и так получалось, что вот постепенно, поэтапно, изучая все аспекты жизни, не перепрыгивая через ступеньки, мне приходилось двигаться по человеческой лестнице и по карьерной лестнице. Я 23 года узнал, что есть такая специальность режиссура праздников. И вот как раз в 99-м я получил диплом о высшем образовании уже как режиссер массовых мероприятий. Уже за плечами был некоторый опыт как режиссера концертов, шоу-программ, каких-то небольших мероприятий. Поэтому у меня здесь перетекала одна специальность с другой. Мы уже в Блице говорили о том о периоде, когда ты потерял голос. И это кардинально изменило всю твою жизнь. Вот уйти со сцены и, так сказать, занять кресло чиновника. Что это было за проблема такая? 2001 год. Были новогодние как раз праздники. Было много предложений. Тогда застудил как раз связки. Ангина. Начал искусственно сам себя поддерживать. Как-то стимулировать. Я помню до сих пор, это было 2 января 2001 года. Я должен был работать на сцене возле Дворца Республики. Я выхожу на сцену, начинаю петь песню, и у меня идет несмыкание связок. Середина песни, я ухожу прямо со сцены. Никто не освистал. Люди поняли, что у меня что-то произошло со связками. 3 месяца я очень тяжело выходил как бы с этого состояния, устанавливал связки. Они и сейчас у меня время от времени дают себе знать. И как тогда врачи сказали, говорят, петь можешь, но гастролирующим певцом быть опасно. Но вместе с тем надо было как-то жить, и поступило предложение прийти работать в администрацию Советского района специалистом по культуре. Ты 4 года занимал пост заместителя министра культуры, и твой непосредственный начальник Борис Светлов называл тебя руководителем нового типа. Как ты думаешь, за какие новаторства ты получил такое определение? Первое, я не конъюнктурщик. Мне интересен результат. И мне никогда не был интересен просто процесс ради процесса. Второе, когда говорят, нельзя. Я говорю, почему нельзя? Потому что, говорю, а есть ли вариант решения того или иного вопроса? Никогда не отступаю перед теми или иными проблемами и ищу варианты, даже нестандартные решения. Следующий момент – это новые формы управления. Мы как-то привыкаем, что вот только так, и говорят, так было всегда. Я говорю, почему так было всегда? Мир меняется, и надо развиваться вместе с миром. Поэтому это поиски новой формы существования, вплоть до того, что это новые проекты, новые взаимоотношения, привлечение международных партнеров, привлечение новых финансовых ресурсов, работа со спонсорами, нестандартный симбиоз разных видов искусства. То есть руководитель не тот, который знает только определенные правила игры, а который, наверное, занимается поиском новых решений и работа на развитие.
Ты 4 года проработал заместителем министра культуры. И потом начался вот этот новый этап. Это театр белорусской драматургии. Назначение на пост директора театра стало неожиданностью для тебя? Нет. Я дело в том, что давно хотел на какое-то время уже изменить немножко свою жизнь, поменять госслужбу в органах государственного управления на работу на конкретном месте. Я знаю, что коллектив театра написал письмо на имя министра культуры Бориса Светлова с просьбой оставить предыдущего директора Игоря Сегова. Но Борис Светлов оказался непреклонен и своего решения не изменил. Значит ли этот факт, что в театре первое время к тебе относились осторожно? Ты ощущал это? Да, конечно, ощущал. Я, во-первых, с первых дней я начал знакомство с коллективом. Я постарался с каждым сотрудником театра повстречаться, поговорить. В первую очередь, конечно же, с теми, кто даже писал, кто был против моего прихода. Это актерская труппа. Это те, на кого мы все работали, можно сказать, весь административный персонал. Я должен понимать причины, почему они это делали. Могу ли я стать тем человеком, который им нужен? Не просто там понебратство, а я просто понимал свою задачу. Моя задача, я не должен здесь быть королем и диктовать им условия. Я должен создать условия как руководитель для эффективной работы театра. Я должен сделать ту модель машины, которая будет наиболее эффективной, наиболее востребованной, и чтобы актеры делали те спектакли, которые будут востребованы зрителями и быть в тренде, что называется. Хотя в труппе у меня изменений почти не было. У меня единицы ушли, и то и уж уходили, это не из-за меня, там люди просто меняли. Я не очень аккуратно относился к творческому процессу, но я пытался увидеть долгосрочную перспективу существования этого театра. Потому что здесь не только стоит вот в главе экономика. Функция этого театра, который должен заниматься поиском новых форм, создавать какое-то будущее для театрального искусства. Это имидж страны, это презентация страны за рубежом. Поэтому, мне кажется, за то время, пока мы работали, мы нашли свою фишку, нашли свое лицо, и подтверждением этому является то, что через полтора года, когда начала меняться репертуарная политика, наш театр стал одним из самых модных, как говорят, да, в тренде. Да, он очень популярен, особенно среди молодой аудитории. В тренде, потому что у нас появились спектакли новой формы, у нас начали работать очень разные режиссеры, белорусские, зарубежные режиссеры. Театр начал активно гастролировать по миру. Готовясь к нашей встрече, я нашел в интернете статью, которая называлась «Чем запомнился директор Беларусьфильма театру белорусской драматургии?» И первая характеристика – не жаловался на деньги. Как такое возможно? Просто. Во-первых, надо было убедиться, насколько мы достойны даже тех денег, которые имеем. Очень часто некоторые проекты делаются для процесса, но не для результата. Поэтому всегда хотелось понимать, действительно ли у нас не хватает денег, либо мы что-то, либо мы, может быть, их неэффективно используем. Поэтому для меня было очень важно понять эффективность всех денег, даже которые мы имеем. Первое, ты должен думать о том, чтобы создавать такие проекты, на которые будут ходить и будут востребованы. Это раз. Второе, не сиди на месте, ищи варианты выступления. Это два. Третье, ищи партнеров, которые тебя поддержат. Не жди только государства, с помощью государства для себя создал тот минимум, который необходим. А дальше крутись сам. У меня за это время появился попечительский совет, у меня появились спонсоры, которые поддерживали нас, будь то на гастролях, либо создание буклета, либо еще в чем-то. Мы начали создавать спектакли, на которые был аншлаг. Мы доказали Министерству культуры, что мы можем создавать проекты, на которые надо больше количества денег. Не просто дайте денег, а потом мы создадим как-нибудь проект, а он не окупится. Извините, скажем, у нас не получилось. Нет, так не будет. Мы должны начали доказать то, что мы достойны этих денег. Уходя из театра на Беларусьфильм, а чем ты жалел больше всего? Может, что-то осталось нереализованным? В какой-то момент я уже находился в зоне комфорта. Поэтому со временем все труднее и труднее выходить из этой зоны комфорта. Было уже много что наработано, планы были. Но вместе с тем я
Не жалел, просто немножко грустно было расставаться. Мне было грустно расставаться с людьми, грустно было. Ты же прирастаешь, и ты впускаешь... Вот чем отличается, может быть, от работы чиновника, работы на конкретном предприятии? Ты становишься частью большой семьи. И ты людей впускаешь больше, чем в работу. Ты впускаешь куда-то глубоко в душу. Я не знаю, как это правильно объяснить словами, но это другая модель существования. Но театр – это не место работы, это место жизни. Да. Поэтому для меня было, конечно... Ну, первое время я скучал. Скучал и по людям, и по атмосфере, и по нашим проектам, и по зрителю, и по настроению. Сейчас ты руководишь киностудией «Беларусьфильм». Давай немного помечтаем. Когда ты получишь новое назначение, что будет написано в статье на тему «Чем запомнился Владимир Карачевский в киностудии «Беларусьфильм»?» Киностудия – это больше, чем просто какое-то конкретное предприятие и размах там, который не имеет границ. Если эффективно работать, то у него есть большие перспективы, потому что киноиндустрия, как мы понимаем, не имеет ни принадлежности той или иной стране, тому или иному народу. Здесь такое... Мало то, что синтез искусств, здесь очень могут пересекаться быстро интересы различных партнеров. И это одновременно и искусство, и дипломатия, и бизнес, и производство, и креатив, и технологии. Но это сумасшедший замес. Я честно признаюсь, мне сейчас очень интересно вообще даже этот вид деятельности, как киноискусство, киноиндустрия, кинопромышленность, кинопроизводство. Я могу сказать, что на сегодняшний день у нас тяжелейшая проблема вообще в киноискусстве. У нас... Прошлое ушло, а новое еще не выросло. И я сейчас хочу понять, то есть, какое должно вообще наше быть новая киносфера, из каких сегментов как будет состоять, за кем будет будущее, зачем нужна киностудия, какая модель ее существования, потому что готового рецепта нету. Мне не хотелось бы прослыть разрушителем. Если вот так, если вы задали вопрос, отвечаю на вопрос. И я все-таки хотел бы быть тем человеком, который скажет, что, может быть, с него началась новая эпоха существования белорусского кино, и, может быть, стать тем человеком, который положит свой первый кирпич новой жизни белорусского кино. А вот сейчас, на данном этапе, какие цели в приоритете «Беларусьфильма»? Это зарабатывать деньги или больше производить собственного контента? Стоит задача, в первую очередь, сделать то кино, которое будет нужно зрителю. Я бы хотел, чтобы нашелся тот фильм, через который поверит нас белорусский зритель, в первую очередь. Потому что в нас потеряли веру. Нас давно потеряли веру. Это раз. Второе – правильная модель существования такого предприятия, как киностудия. Мы сейчас ищем вариант, как мы должны существовать. Какая ее модель? То есть каких фрагментов? Насколько она может быть эффективна? Насколько востребована? Это здесь большая экономика, аналитика, аналитика ситуации, которая происходит в мире. Поиск партнеров. Потому что, честно признаюсь, придя на киностудию, я вдруг обнаружил, что партнеров почти нет. И в данном случае мне пришлось некоторые вещи делать с нуля. Искать себе международных партнеров, искать связь с рубежом, искать новых дистрибьюторов, заняться серьезной кинобиблиотекой, которая, кстати, давно нуждалась в серьезной реставрации. Плюс для выхода на мировой рынок выяснилось, что документы надо восстанавливать. В советское время где-то делались документы, точнее, фильмы, не думая о том, что кому принадлежат имущественные права на ту или иную музыку, стихи, либо еще что-то. А во всем мире, как вы понимаете, авторские права – это очень серьезная вещь. За последние 5 лет какой собственный контент принес наибольшую прибыль? Наибольшую прибыль приносили совместные проекты, проекты совместного производства с Российской Федерацией. Это сериалы, это боевики. И то, что имело спрос в других странах. Потому что если мы делаем чисто внутреннюю историю, это очень маленький процент окупаемости.
Поэтому фильм «События»... Нет, были неплохие, крепкие фильмы, но как фильмы «События»... А вот сейчас основной доход киностудии «Беларусьфильм», он в чем заключается? Это что, аренда, производство, что-то еще? Дело в том, что у нас несколько источников доходов. Первое – это организация собственного производства, где киностудия имеет свою маржинальную прибыль, где имеет загрузку цехов и тому подобное. Второе – это дистрибуция, это наши продажи фильмов по миру. Третье – это оказание услуг. Четвертое – это всевозможные дополнительные новые услуги, те, которые будут от организации мероприятий, туристическое направление, либо еще какое-то сопроводительное. Кстати, я знаю, что среди доходов «Беларусьфильма» есть еще организация экскурсий по киностудии. Насколько есть это доходно? Это перспективно. Это перспективно, это надо... Пока мы сделали первый шаг, пока это небольшие доходы, но вместе с тем уже иногда... На маслице может хватить. А каких новых премьер ждать от «Беларусьфильма» в ближайшее время? Новых премьер у нас два фильма сейчас в работе. Это фильм молодых режиссеров «Это я, Минск». Ну, это такая будет авторская работа, может быть, фестивальное кино. Посмотрим, может быть, мы для себя откроем молодых режиссеров, с которыми будет будущее. Хотим дать им такой шанс. Но, кроме того, есть документальное кино. Недавно завершила Галина Домович замечательный фильм «Вдовы». Ну и, кроме того, в производстве у нас вот аниматоры наши продолжают работу над фильмом «Песня сирен». Это первый анимационный полнометражный фильм. Будем делать техники 3D. Разработаем персонажи. Один из... соавтор сценария и режиссер-постановщик Елена Турова. Фильм где-то должен выйти в 2024 году. Ну и, кроме того, в этом году отмечает свое 40-летие наш театр киноактера. Как раз Галина Домович делает фильм про театр киноактера и про наш юбиляр этого года Александра Ефремова. Наша беседа подходит к концу. И я не могу не спросить о личной жизни и о твоей замечательной, красивой семье. Тем более, что твою жену Наталью Радину я знаю очень хорошо. Но тем не менее, как вы познакомились? Дело в том, что Наталья Радина мне нравилась еще до того, пока мы познакомились. То есть мне было приятно видеть ее в эфире. Ну, а секрет, мы случайно познакомились на одном из мероприятий. Не хочу раскрывать все. Некоторые люди любят выпячивать свою личную жизнь, но мы в последнее время как-то стараемся. Нам хватило своей публичности в жизни, выше крыши. Спасибо судьбе за то, что дала вам встретиться, за то, что она мне родила нашего замечательного сына, который в этом году пошел в школу, в первый класс. Мы находимся той зоне комфорта, в которой должна находиться любая семья, когда у нас есть уважение, когда у нас есть отношения, когда мы боремся за результат всей семьи, а не пытаемся делить это твое, это мое. Когда у нас есть общие друзья, когда у нас есть семейные праздники, есть традиции, есть отношения с родными и близкими, есть понятие такой большой клан. Это не делится родители твои, родители мои. Есть понятие наши родители. Поэтому считаю, что вот в личной жизни просто не хочу никого пускать. Это слишком наше, и я считаю, что я как мужчина, как человек, я состоялся. У меня замечательные отношения с моей старшей дочерью. Первый брак, она у меня вышла год назад замуж, 18 числа была годовщина. Поэтому дедом пока не стал, но как отец... У меня замечательные дети, которых очень люблю, замечательная семья, и я горбунюсь с ними собой. А в чем разница отцовства в 22 и отцовства в 45? Вы знаете, в 45 это сложнее. Почему сложнее? Ты переживаешь больше. Ты больше волнуешься за те мелочи, за которые ты не волновался в юности. Но, с другой стороны, ты начинаешь ценить то, что тебе отмерено сейчас. Потому что ты тогда
все еще строишь какие-то карьеры, замки, ты куда-то торопишься, не замечаешь, как растет твой ребенок, то сейчас все время хотел остановить, что стоп, подожди, не торопись, время, я хочу еще задержать мгновение, пока тебе годик, два, три, четыре. И даже сейчас он пошел в школу, и как-то немножко не по себе, потому что понимаешь, что он уже начинает прилежать не только тебе, но и друзьям, школе, обществу, а еще хочется насладиться вот этим чувством, когда ты есть маленький человек, которым ты заботишься, который ты безумно любишь. И это очень счастливое мгновение. Наша программа называется «Смысл жизни». В чем для тебя смысл жизни? Уметь радоваться жизни каждый день. Завтра мы не знаем, оно не всегда может наступить. И я должен научиться радоваться. Не научиться, я умею радоваться каждый день. Я просто живу. И иногда вот просыпаешься утром, думаешь, господи, какой трудный день будет сегодня, вот одно, второе, третье, потому что нет, а теперь давай думать, так, у тебя сейчас будет вот это хорошее событие, вот это хорошее событие, потом ты выпьешь чашку кофе с своим другом, либо еще с кем-то, и ты начинаешь реперные точки обозначать себе на протяжении дня, которые тебе дают какой-то смысл этого дня. Планы мы все строим, конечно, но, наверное, самое главное – это уметь радоваться жизни и любить. Спасибо. Это был «Смысл жизни» Владимира Карачевского.